Всем привет, дорогие зрители! Пришел я в центр Алании. Хочу снять маленький ролик для вас. 30 октября. Также у меня тут квартирка. Я отдельно ролик снял уже. Просто хочу показать вам город на сегодняшний день. Так, вот у нас тут подъемник Алании, который называется Телеферик. Цены на сегодняшний день туда-обратно стоят 39 лир. Вот. 39 лир туда-обратно. Для студентов 26 лир билет. В одну сторону 32 лир. Так что очень красиво. Советую подняться на этих подъемниках и увидеть всю Аланию с птичьего полета. Но далеко не улетайте, потому что здесь хорошо, здесь уютно, здесь прекрасно, здесь солнышко, дорогие зрители, здесь море, здесь я, мистер Агасти. Здесь у нас ресторанчики, кому-то нужно будет денежки, банкомат рядом. Ага, покажу вам музей, я его давно хотел снять. Здесь главный парк, где пещера Дамлатаж. В той стороне у нас пещера Дамлатаж. В левой стороне у нас музей. Советую туда пройтись. Так как там внутри двухэтажное здание. Сейчас сниму. Надеюсь, машина меня. Вот, Аланийский музей. Вход тут платный. 12,5 лир было. Сейчас то же самое. 12,5 лир. Селям налейкем. Biraz çekim yapabilir miyim abicim? Yok, bu kuşu kuşu. Tamam, teşekkürler. Вот такой музей. Павлины тут. Ой, какая красавица. Угу. Вот такой музей. Внутри там монеты серебряные с 2 века, с 3 века и тому подобное. Очень красиво, туда не пустят, я думаю, что постараюсь быстренько показать. Так. Вот такой музей. Кому будет интересно, вот монетки. И там очень много интересного. Чье-то кресло. Кресло. Приходите, смотрите. Не покажу все, что есть, потому что они тоже должны деньги зарабатывать. Так. Вот такая красота тут. Это надгробные камни со времен Османской империи. А это со времен римлян, греков. Так. Угу. Колодец старинный, тележка. Это я не знаю для чего. Здесь мололи, кажется, зерно, муку делали с ним. А это от катапульты, вот этой камни в то время кидали. А что-то голову попадало, пушка какая-то старинная. Вот это его, эти пули. Угу. Все, дорогие зрители, вот такое интересное место, гробница. Он позволил снять ролик. Я здесь несколько раз был, уже меня на лицо знают. Все, дорогие зрители, идемте в сторону пляжа. Клеопатра, она меня ждет. Парк называется имени Ататюрка.
100 лет. Так. Ну вот подъемник полетел. Другой прилетел. В той стороне пещера дома, так что я туда не успею пойти, потому что ролик очень бывает длинным. Вот такой здесь мини-бассейн, рыбки, тут фонтаны включаются. Здесь дом для кошек. Кошкин дом. Мяу-мяу. Кс-кс. Вот, все есть. Все есть. Есть какой-то же. Кто там было, там и забыл уже. Кс-кс. А, вспомнил, вспомнил. Так. Знакомые люди. Здравствуйте, здравствуйте. Вот чё здесь, привет, как ты? Артур, привет! Артур, не плачь, Артур! Друзья. Это кактусы. Вот эти плоды кактусов, их кушают тут. Внутри есть какая-то мякоть вкусная с косточками. Она полезна очень. Куда ты крадешься? Здесь тоже есть волейбольная площадка. Я любитель волейбола. Никак времени не могу найти. А то всем уроков преподал бы тут. Экстерия, да. Шаг. Чак. Пац-пац. Воу. Молодец. Так, идем к пляжу. Так, у нас здесь, в той стороне, немножко плиты. Там, если будете прыгать со скал, будьте осторожны. Я чуть один раз об скалу не ударился. Из 10 человек уже где-то 6 говорят на русском Алане. Короче. Блин, народу много, туда не буду идти. Вот той стороне, если будете купаться, там прыгать нужно будет с осторожностью. Там также рыбы ловят рыбку. Народу много, все на меня смотрят. Кто-то хочет тапочкой ударить. Я убежал. Сейчас. Так. Сейчас. Пойду в верхний парк, покажу пещерку и пожелаю вам всем успехов, позитивного дня, счастья, здоровья, благополучия. Так. В той стороне у нас пещера Дамлатаж. Она маленькая. Есть также пещера Дим. Она в районе Тосмур. Оттуда вверх надо подниматься вам в сторону ресторанов Дим, которые всем известны. Там же водохранилище сверху. Очень всем советую подняться на машине в водохранилище. Там очень красивые места, потрясающая фотография, останется вам на память. Сталактиты, вот это здесь пещера, но она маленькая. Чем ходить сюда, можете прийти, посмотреть. Но пещера Дим, которая наверху, там, кажется, 300 с чем-то метров в длину она. Вы так спускаетесь вниз, поднимаетесь, спускаетесь. И в конце чистящая вода, озеро скапливается из этих вод.
от сталактитов. И очень красивая фотка там получается. И свежий воздух там помогает для астматиков. Если зайти туда, советую там хотя бы час внутри остаться. Очень полезно для дыхания, для легких, для здоровья, для всего, короче, дорогие зрители. Я хочу подвести итог. Всем здоровья. Пойду-ка я купаться. Пока-пока.